сельском поселении Развилковска есть небольшое, но очень уютное помещение со светлой и доброй атмосферой – центр досуга Дроздова. Здесь рады всем желающим научиться чему-то новому и приятно провести время. К радости, после прошлогоднего ремонта в центре созданы необходимые условия. Наша главная задача – это у детей как бы открыть вот радость этого творчества, желание узнавать что-то новое, пробовать. Так что я думаю, что мы с этой задачей справляемся. Для малышей в возрасте 3-4 лет в центре работает группа эстетического развития «Подсолнух». Для ребят постарше организована мастерская по основам декорирования «Старый шмель». Это техники от декупажа и до золочения. Это в основном, в принципе, может стать в итоге их профессией, потому что сейчас много становится декораторов, дизайнеров, и они востребованы. Но мы хотим привить детям любовь к ручному творчеству. Как раньше это называлось ремесленничество, а сейчас это хендмейд, ручная работа. Я пришел заниматься, научиться декупажем. За это время я уже успела сделать вазу. Всего за одно или два занятия, согласно технологиям, юные таланты создают оригинальные поделки и декорируют предметы домашнего обихода. Благодаря тому, что в группе одновременно занимаются ребята с навыками такой работы и те, кто только знакомится с ней, они учатся друг у друга и перенимают определенный опыт. Мы учим именно находиться в одной группе, работать согласованно и учиться друг у друга. Кто-то умеет смешивать краски, ходит в художественную школу. Второй ребенок не ходит в художественную школу, и он не умеет смешивать краски. Я стараюсь не подсказывать, говорит, посмотри, как сделал рядом сидящий человек. Именно не скопируй, а посмотри, что он сделал. Я научилась делать, я могу дома сделать игрушку валянием, могу делать декупажем что-то дома. Мне нравится, и мои друзья, им как бы, тоже, им тоже нравится, и они просят все время показать им что-то новое, то, что я делаю. Дети с удовольствием ходят на кружок авторской игрушки «Маленькое чудо» и делают из шерсти милых и очаровательных зверушек. Все начинается с шарика, как обычно. Голова, тело, неважно. И толстой иглой. Начинаем работать толстой иглой всегда. Мы вот эту шерсть, которая была в виде волокон, собираем шарик. Особой популярностью в центре пользуется театральная студия. Здесь занимаются ребята в возрасте 12-15 лет. Воспитанники студии два раза в год показывают полноценные часовые спектакли, чему научились юные актеры, оценивают зрители поселения Развилковское. В настоящее время идет подготовка к очередному спектаклю «Новый год в гостях у сказки». Первые уроки преподавали на сцене, чтобы сразу они выходили на сцену и не боялись главных зрителей. Вот. В принципе, дети такие способные. Им нравится, они все с удовольствием приходят. Вот. Даже просто на другие занятия приходят, сидят вот за столом, валяние получается, да, и все вспоминают свою роль, то есть употребляют ее в жизни. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.